что там у марафона? Про марафон мне очень хотелось сделать видео, ведь инфы о проекте немного, но интерес к нему есть у многих. Еще более удивительно, что даже с учетом всей той кучи утекшей инфы на фоне увольнений в студии, о марафоне все равно ничего конкретного толком и не говорят, кроме того, что недавно прошли еще одни плейтесты, а также что релиз игры предварительно намечен на следующий 2025 год. Так что в этом видео, которое, я полагаю, будет просто таким же разговорным, которое можно поставить на фон и не сильно долгим, я расскажу вам о последних новостях о проекте, слухах, которыми он окутан на фоне потрясений, происходящих в студии Bungie, и о том, почему у проекта с сомнительным на первый взгляд жанром все же есть неплохие шансы на то, чтобы в этом самом жанре укрепиться. Но сначала напомню, что кроме Destiny у Bungie игр сейчас доступных нет, так что играем в нее. А чтобы играть и лутать весь контент даже из тех активностей, на которые у тебя нет команды, можно обратиться к сервису Dwing. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Dwing, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Что вообще такое марафон? Шучу, не настолько водяное видео я хочу делать. Все, я думаю, и так более-менее в курсе, что с момента анонса и показа одного трейлера и дневников разработчиков инфы об игре не было. А та, что есть, скорее крупица из утечек, свидетельств тех, кто имеет к проекту непосредственно отношение и так далее. Например, у марафон были трудности с выбором жанра. Это стало известно еще в прошлом году. Некий инсайдер рассказал инфу о Цикросу, ютуберу по Destiny, который, рассказав об этом у себя в видео, видимо, кого-то расстроил, так это назовем. Потому что его ролик перестал быть доступным уже на следующий день. Так что давайте я осторожно расскажу и вспомню, чего тогда такого мы узнали. Как сообщалось, марафон всегда планировался в жанре Extraction Looter Shooter. Но был момент, в который Bungie ненадолго задумывалась о создании Королевской битвы. К счастью, этого делать не стали. При этом первая играбельная сборка марафона появилась аж в январе 2020 года. Так что уже тогда игра была рабочей, хоть и с хромой концепцией. Но это для Bungie не впервой. Если мы вспомним, как создавалась Destiny, которая то про магическое средневековье, то про космос, то с видом от третьего лица, то с видом от первого. На самом деле это довольно стандартный процесс, просто в случае с Destiny он тянулся настолько долго и впритык к релизу, что это было заметно в финальном продукте. В первую очередь на сюжетке, которую переписали за несколько месяцев до релиза игры. Так что я легко могу поверить в то, что с марафоном может сейчас происходить что-то похожее. Изначально сугубо сюжетная игра из древних времен, у которой фанбаза не то чтобы сейчас актуальна, может быть перезапущена в новом виде. В каком? Еще один MMO лутер-шутер? Просто сингл? Мультиплеер? Если мультиплеер, то какой именно? И тут начинается Battle Royale, Extraction, Hero Shooter и так далее. И вот вроде как все, остановились на добыча-шутинге. Игроки высаживаются на большой карте, ищут добычу, артефакты и по пути к точке эвакуации делают все возможное, чтобы не попасться в засаду других игроков или в лапы NPC-монстров. Так и презентовали проект в 2023 году публике. Лично меня очень жанр этот интересует, но каждый раз, когда я вижу эту духоту с тем, как там в Таркове надо лечиться, заряжаясь из инвентаря и вот это вот все, меня в дрожь берет. Еще и сеттинг унылый. Самый близкий опыт, который у меня был из такого и который мне понравился, это Dark Zone из первой Division. Зашли, постреляли, полутали и в идеале вышли с добычей. Никакого нагромождение механик там не было, и игралось супер круто. Так что когда я услышал о марафоне впервые и увидел его впервые, я просто жестко с прыжка залетел на хайп трейн. Вы помните мое видео о нем в том году. Но потом что-то случилось. Все от того же инсайдера, после первой волны массовых сокращений в студии, после которой перенесли релиз финальной формы, пришла инфа о том, что Bungie давали на плейтест марафон игрокам из core аудитории Escape from Tarkov. Но никто из них не сказал, что игра им понравилась. Когда Bungie спросили, если бы
игра вышла завтра, кто бы поиграл в нее, никто не поднял руку. Звучит как полный пиздец. И да, и нет. Если Bungie целились в аудиторию милитаризированных челов, которые любят гиперреализм, очевидно, они не придут в восторг от марафона, даже основываясь просто на визуале. Но наверняка на это была ведь поправка. Ведь была? Окей, я рассуждаю в основном своими предположениями, примеряя свой опыт, но кажется, что фидбэк от фокус-группы был, как бы так сказать, более комплексно негативным, чем просто «не понравилось, как выглядит». Поскольку, судя по сообщениям IGN, после этих плейтестов жанровое направление игры изменилось. Bungie отказались от пользовательских персонажей, как в RPG, в пользу выбираемых предсозданных героев, что означает, что марафон стал больше похож на Apex Legends или Warzone, где игроки могут выбрать из нескольких вариантов кастомизации конкретного персонажа. Предположу, что такое решение также было принято и для того, чтобы увеличить потенциал монетизации, как лайф-сервис игры. И вот когда об этом стало известно общественности, сообщество игроков не обрадовалось этой новости, и многие выразили свое недовольство. Игроки начали смеяться над решением студии и писать о том, что типа «ребята, все в порядке, вот список недавних хиро-шутеров, которые добились успеха». Пустое место. И это слабый аргумент, особенно сейчас, когда над своими геройскими шутерами работают сразу несколько сильных игроков рынка. У Valve выйдет Deadlock, у Sony выйдет Concord за 40 баксов. Короче, рынок более-менее прочитал тенденции игроков и не просто так ринулся в конкуренцию за жанр. И вот перенесемся в 2024 год, как бы нам этого не хотелось. Недавно стало известно о том, что в Bungie прошел еще один плейтест продолжительностью в неделю, на который пригласили игроков, на этот раз из Apex Legends. И да, они не могут ничего рассказать, разумеется, подписали бумаги, но в отличие от тарковских чуваков, известно, что эти остались довольны. Так что это дает, если не надежду, то хотя бы какое-то представление о том, что проект, на который у студии сейчас сделана основная ставка, и на которой, по моей информации, регулярно до сих пор перебрасывают сотрудников, нашел какое-то равновесие. Кому-то может показаться странным ходом со стороны Bungie пытаться оседлать устоявшийся, не самый простой жанр – хиро-шутер, экстракшн-шутер. Тут мне есть что сказать. Смотрите. Есть компания с большим опытом в создании шутеров, мультиплеерных шутеров, шарит, как делать и интересные сюжетные кампании, и то, как создать настоящий соревновательный PvP геймплей. У нее в запасе есть пускай и не первой свежести, но все же узнаваемый бренд. В его изначальном виде ему нет места на современном рынке, игроки такого не ждут и покупать не станут, так что надо его как-то пересобирать, взять из него то, что игрокам нравится, и внеся свежести визуальной и свежести геймплейной, как бы расширить изначальную вселенную на ее основе и залететь в какой-нибудь популярный жанр, формулу успеха которого сейчас пытаются подобрать другие конкуренты и откусить свою часть пирога, который потом остается только укрепить. Так что берем популярный жанр, создаем самобытный визуальный стиль, поскольку мы это хорошо умеем, с отсылками к оригиналу, но все же без копирования, и превращаем это в обновляемый от сезона к сезону шутер, который будем ориентировать на игроков, которым важна состязательность, крутой лут, стильные персонажи и пространство заявить о себе как о скилловом игроке. Ну и назовем эту игру Apex Legends. Стоп, а вы думали, я это все время о Bungie и марафоне рассказывал? Ну даете. Это, наверное, потому что я не тот футаж включил. Бывает, простите. Но совпадение интересное, конечно. Случайно так вышло. Сейчас на рынке не то чтобы много успешных игр подобного рода. Так что, как мне кажется, Bungie разумно делают ставку на свой неоспоримый опыт создания качественных шутеров, на уникальный визуальный стиль, который не будет пугать гиперреализмом, и на хоть и на скиллозависимый геймплей, но все же более казуальный, чем в остальных представителях жанра. Что же до того, когда о марафоне станет известно больше официально? Я думаю, что скоро. Я думаю, что очень скоро, потому что все внутренние сообщения и утечки указывают на релиз игры в 2025 году, и как бы пора разогревать будет аудиторию, скажем, осенью и на зимних праздниках. Да, 21 августа стартует выставка Gamescom, но Sony ее скипает, а Bungie сами вряд ли могут быть на ней представлены. Ну, посмотрим, вдруг какой-то сюрприз будет. Драться за аудиторию, даже с учетом вышеназванных аргументов, будет правда непросто. Близким к реальному опыту можно привести сравнение с Helldivers 2 недавней, которая на релизе просто разорвала комьюнити, набрала базу игроков, о которой и мечтать не могла, а в итоге пришла Sony, влепила прикол с подписками на PSN, и что ж, даже недавнее крупное дополнение не увеличило аудиторию игроков и оказалось принято довольно прохладно. Так что с пессимистичной точки зрения можно предположить, что марафон может ждать
Та же судьба, что и хеллдайверов. Но с оптимистичной точки зрения, марафон может повторить путь Apex Legends, поскольку с ним у игры кажется куда больше общего. Респауны взяли когда-то свою вселенную игры Titanfall и создали на ее основании новую игру в популярном жанре. Уже были Fortnite и PUBG, была куча модов с батл-роялями в других играх, но Apex уверенно смогла забрать свой кусок аудитории, смогла закрепиться и даже продолжает хорошо развиваться. Так что пожелаем нашим бегунам удачи. Я жду игру, я понимаю, что тупо говорить о невышедшем проекте, как о плохом проекте или хорошем, но я ее жду. Мне любопытно, и это определенно не последнее видео на канале об этом шутере. Не забывайте, что я пишу больше интересного в своем телеграме и стараюсь выработать привычку чаще туда что-то писать. Так что будет круто, если подпишетесь, это мотивирует, тем более с ютубом черти что происходит. Спасибо за просмотр и до связи. Самое лучшее из лучших, сэр. Отличник.